Да, были и было много этих встреч. История началась в 2014 году, весной. Тогда была зафиксирована 2-0 победа МКБ и 3-3 ничья. В 2014 году есть еще несколько встреч в рамках Кубка, 4-0 победа HSBC. Далее в осеннем первенстве ничья 1-1, а затем победа 4-1 Московского кредитного банка. И в прошлом сезоне 2-0 победа МКБ, а затем победа HSBC 1-0. В общем, поочередно команды берут верх над друг другом, хорошо знакомые. Так что сейчас мы видим уже без особой разминки и разведки команды пустились в бой. Определенная осторожность в их действиях присутствует, но я думаю, что продлится она недолго. Давайте вспомним составы. Хорошо мы знаем эти команды, но немного освежить память тоже будет полезно. HSBC сегодня в следующем составе играет. Итак, на воротах Вячеслав Черемухин, полевые 7-й Михаил Слежов, 11-й Анатолий Габарец, 41-й Павел Луковников, 8-й Сергей Ремнев, 13-й Сергей Усачев, 5-й Георгий Кучиев, 10-й Сергей Федоров. МКБ в следующем составе на воротах Вадим Мельников, полевые 14-й Максим Горячев, 3-й Александр Молтопар, 15-й Валентин Виноградов, 10-й Олег Щетинин, 13-й Кирилл Мацан, 17-й Михаил Соколов и 18-й Игорь Майоров. Есть отсутствующие в составе тех и других. HSBC вынужденно прижалась к собственным воротам, но вот ошибка при исполнении углового. Несколько очередных ошибок в центре. Приходится делать передачу назад. Лучше отойти, мяч сохранить и атаковать уже вторым темпом. Удар. Черемухин. 3-3. Дальний удар Ремнева и хорошо метил, точно летел мяч. Луковников всегда играет, как вчера Рамос. Также жестко и бескомпромиссно. Чисто сыграно, извиняется Луковников. Это уже редкость. И вот ответная контратака. И здесь забить тоже не удалось. Но все живы после этого столкновения. Горячев немного похромал и продолжил игру. Габарец.
Еще одна попытка ударить с лету. Видимо, Ремнев вдохновился вчерашним голом Бензема. Ну вот, не получается у МКБ пройти к чужим воротам комбинациями, поэтому приходится бить с центра. Борец. Рядом со штангой мяч пролетел. Фол МКБ. Отложенный. Продолжалась атака, поэтому судья не стал останавливать игру. Черемухин, еще один сейв. Первый тайм окончен. Второй тайм. HSBC играет с МКБ. 0-0. Были опасные моменты и у тех, и у других. HSBC, на мой взгляд, смотрелся получше. Поинтереснее, больше шансов имел. Но голов мы не увидели, поэтому давайте смотреть. Пусть команды сами определят и лидера, и победителя. Удар с носка, и здесь пытался по нему подстроиться Габарет своей головой. Перехват. Очень много потерь и неточностей в передачах у МКБ в этом матче, на них не похоже. Очень вовремя вышел Черемухин из ворот. Здесь приходится в ворота возвращаться, защитники должны справиться, помочь. Ремнев к мячу успел. Нарушение правил. Здорово на перехватах действует HSBC. Еще один фол, третий у МКБ. Еще один наш шанс. Паш, иди, не бойся. Добивай.
Не получилось ударить первым касанием. Горячев. Двух не получается пройти. Тайм-аут берет ТМКБ. Там фол он свистел, нет? Парни. Нет, Олег, что вы стоите? Мяч в центре, что вы стоите? Что, блядь, не грыша там ждете? Ничего не вижу. Олег, выступай. Я получаю два раза, а так я быстрее. Стоял в пошел камеру. Шире, тебе дают, ты мне возвращаешь. Мы закрываемся там нападение. Давай, давай. Макс, смещай. Олег. Продолжается игра, но нужна была эта пауза МКБ для того, чтобы еще раз обдумать свои дальнейшие действия, собраться в первую очередь. А вот сразу пошла неплохая атака. Горячев подбадривает своих товарищей по команде. Черемухин бросает сразу на борца. То есть двое против него поборолось. Держит мяч МКБ. Серия передач, но это подарок для Черемухина. Yeah.
Две с половиной минуты еще осталось в матче. Теперь тайм-аут берет HSBC. Продолжаем игру. Есть еще две минуты. Все тайм-ауты уже использованы. Больше перерывов не будет. Последняя минута, судя по всему, будет чистой. Ну, вряд ли. Сейчас мы увидим три мяча в исполнении одной команды. Четвертый фол у МКБ. Пошла у нас последняя чистая минута. Я напомню, что команды у нас встречались и не раз между собой, и ни разу нулевой ничьей дело не заканчивалось. У HSBC преимущество, они сейчас и с фолами могут устанавливать соперников. Тридцать восемь секунд. Подбор за МКБ. Сачев. Шесть секунд остается, время на заключительную атаку. Олег, встречай, Олег. Хорош. Досадная ошибка. Теперь уже три секунды есть у МКБ, чтобы забить. Не доходит дело до удара, звучит финальный свисток 0-0.